Сколько на пеньке сказок. Еще до войны студентом записывал я сказки на своем пеньке. Раз попалась старуха, день записываю, два записываю, три, все сказывает. Много ли еще бабушка осталось? А кто знание считала? Тут который год внучек заболел, так я 3 недели сказками его удерживала. Но всю ту себя не опорознила. Много ведь людей-то на пиниге жило. Сколько сказок-то за века насказывали.